Афин Пинчер. Родиной Афин Пинчеров считаются южные регионы Германии, где песиков с обезьяньими мордочками разводили в качестве крысолов. Точное происхождение и развитие данной породы неизвестно, но нет сомнений, что Афинпинчер является результатом смешения многих других пород, таких как шнауцер и брюссельский грифон. Афинпинчеры появились при Екатерине II. Их доставили охранять добро монаршей особы при долгих поездках. Первоначально афинпинчеры были несколько больше и могли быть серого, желтовато-коричневого, черно-коричневого, серо-коричневого, а также красного. Во Франции как маленький дьявол с усами или усатый дьявол. Название породы произошло от немецкого слова «Афен», что означает «обезьяна», и «пинша», что переводится как «терьер». В Германии признание породы состоялось уже в 1913 году. Более консервативные и дотошные к стандартам внешности кёнел-клубы не торопились с подписанием документов, оно состоялось лишь 22 года спустя. Племенные особи появились в России в конце 90-х. На протяжении почти 10 лет мини-пинчеры в России оставались живой экзотикой. Афинпинчер. Рост всего 25-28 сантиметров, при средней массе тела 4-6 килограмм. Афинпинчер – любознательный косматый метеор, чье доверие почти невозможно заслужить, если вы не его хозяин. Характером, этот смешной коротышка желает только одного – быть единственным питомцем и четвероногим баловником. Афинпинчеры очень игривы. Они любят находить интересные занятия для развлечения семьи и привлечения всех к активным действиям. Он очень преданный защитник, реагирующий громким лаем на любую угрозу семье. Они могут становиться очень свирепыми, даже перед большим количеством более крупных собак, пытающихся проникнуть на их территорию. Афинпинчеры быстро заучивают как стандартные команды, так и комплексные трюки. Более того, они любят сложности и препятствия. Хозяева афинпинчера знают, смешней собаки не сыщешь. Афин – прирожденный комедиант и будет неустанно веселить всех человеческих членов своей семьи.